охраняя паромную переправу, мы утром обнаружили на противоположном берегу трех наших военнослужащих. И вдруг лодка уже отчалила от берега. В воздухе самолеты наши заходят и палят по переправе. Вот они и представили, что это попытка немцев. Три раза заходят во время переправы. Но дело обошлось благополучно, за исключением одного. Один из трех, который оказался совершенно здоровым, невредимым, он был поврежден. Пуля ему попала в мягкое место. Солдаты мои сделали вывод, что надо хорошо окапываться.